Вода – безопасная территория. С сегодняшнего дня в регионе стартовала межведомственная акция. Ее проводят в последнюю неделю каждого летнего месяца. Главная цель – снижение числа происшествий на водных объектах. В это время усиливают патрулирование. Помимо сотрудников МЧС, на водоемах работают представители других ведомств. Администрации муниципальных образований, добровольцы и волонтеры. Особое внимание местам несанкционированного отдыха. Именно там чаще всего тонут люди.